Итак, друзья, контрольная здесь. Ой, фу, что это? Контрольная здесь у меня была. Это что за слякоть? Это что за слизь? Это что, слайм? Кто контрольную работу испортил? Просыпайся, пора в школу. Сегодня молодцы, мои ребятушки. А завтра контрольная работа. О нет, сегодня контрольная. Апчхи, кажется, заболела я. Заболела? Хорошо, вылезай давай из шарика, сейчас померим тебе температуру. Апчхи, а это не больно? Нет, это не больно, сколько у тебя там? 36,6, температура нормальная? Одевайся в школу. Да-да-да-да, что-то замерзла я. А что, без температуры не болеют? Видишь, кашель у меня. Иди, я приготовила тебе горячий чай. Он поможет тебе проснуться. Апчи, вызови мне врача, а? Доктор сейчас придет, пока меня осматривает. Первый урок я точно прогуляю. А на первом уроке как раз контрольная. И даже если я не болею, доктор даст мне справочку, что он был у меня. Здравствуйте, где у нас больной или больная? Здравствуйте, это я. Доктор, послушайте, пожалуйста, меня. Я сегодня утром так кашляю. Конечно, конечно, хорошо. Есть еще жалобы? Да, еще чихаю иногда. Вот, смотрите. Апчхи! Глаза немножко красные, хрипов нет. Температуру мерили? Да, температуры нет. Угу. Ну, похоже, больше на аллергию. Сейчас весна, на улице столько всего цветет. Выпейте капельки от аллергии и в школу вперед. Эй, ты готов к контрольной работе? Можно будет у тебя списать? Кстати, а что это такое у тебя? Фирс, привет! Конечно нет, то есть не готов. Я вчера весь день слаймами играл, сегодня с собой в школу взял. Тоже поиграю, мне так нравится. Ух ты, дай помякать. Вау, какой блестящий фиолетовый слайм. Здорово. А скоро контрольная, это совсем не здорово. Принц, принц, ты готов к контрольной работе? Не, Фирс, я вчера в замке устраивал карнавал. Всю ночь почти не спал, какая может быть контрольная? Что за класс? И списать не у кого. Кстати, а ты знаешь, что за слайм? Учительница тебе 2 по поведению поставит. Слаймы в школе запрещены. О, Вероника, ты же самая умная. Дашь контрольную списать, а? Фирс, а ничего, что ты сама должна ее решать, а? Ребята, у каждого в классе есть такая ученица или ученик, да? Все знает, никому ничего списывать не дает. Еще указывай. Это мой слайм. Хочу, играю. Хочу, уберу. Когда учительница придет? Здравствуйте, мои малыши-крепыши! Ну что, зубки целые? Пока вчера к контрольной работе готовились, об гранит науки не обгрызли. Сейчас будет контрольная. Эдна идет! Нас слайм срочно куда-то выкидывает! Эх, куда полетит, была не была! О-оу! Вот это я попал! Лучше б назад кидал, там хоть нету ничего. Итак, друзья, контрольная здесь... Ой, фу, что это? Контрольная здесь у меня была. Это что за слякоть? Это что за слизь? Это что, слайм? Кто контрольную работу испортил? Ага, это вы специально все, да? Фирс, а ну-ка повернись. Да, Эдна, я ничего не видела, ничего не знаю. Слаймами я в школе не играю. Принц? Вероника? Молчим все, молчим, да? Ага. Так, ладно, если вы сейчас не признаетесь, чей это слайм, не расскажете, зачем вы испортили контрольную работу, я вас всех, всех вас, слышали, вызываю к директору. Всех, всех до одного. И всем ставлю 2. Ну что? Ага, молчим. Значит, все виноваты, да? Да, ребята? Эдна, это я случайно бросил слайм. Вы зашли, я думал, вы заругаетесь, я его хоп выкинул, а он вам в контрольную. Я не специально, я не хотел контрольную работу портить, честно-честно. Ага, признался. Ну что, признался, молодец. Как же ты так кинул-то метко, а? Что контрольной работе пришел конец. У меня там все записи были. Ах, были, да сплыли. Точнее, слаймом заплыли. Ладно. Выговор тебе, дневник. К директору не пойдем, уж пожалею, раз сам признался. И, ребята, контрольная работа переносится на завтра, пока я опять вечером подготовлю ее. Так что сейчас обычный урок. И тема нашего урока – простые и сложные уравнения.
Ха, ну что, однокласснички, благодарите меня. Из-за меня не будет контрольной. Ага, зато она будет завтра, а сегодня еще урок. И новая сложная тема, как бы по ней двойку не схлопотать. Это же надо было слайм в школу взять. Так, ну все, справочку мне доктор дала. Я думаю, контрольная закончилась. Приду на второй урок и все дела. Так, все примеры, которые записали в тетрадь, дома решить. Это и будет ваше домашнее задание. Звонок. Все свободны. А что мне делать вот с этой штукой теперь, а? Ай, прям не знаю даже. Всем привет! Ну как контрольную написали? На двойке, небось? Привет! А ты что опаздываешь? Почему пришла на второй урок? Тебе прогул должны будут поставить. Не, не поставят. У меня есть справка от врача. На дом вызывали мне. Ну так что с контрольной, а? Перенесли. На завтра. Один очень умный мальчик принес в школу слайм. Посмотри на учительском столе, что случилось с контрольной. Поэтому Эдна перенесла ее на завтра. На завтра? А как же мне? Эх, придется учить сегодня вечером. Ведь завтра врача уже не вызвать. Будет подозрительно. Эх, ну что, ребята, вот такая история. Нельзя в школу носить слаймы. И контрольную не прогуляла я. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые серии. Пока-пока. Фу, как мешают мне эти волосы. Нужно еще в парикмахерскую зайти. А еще я хотела сделать маникюр. Ай, завтра же контрольная. Придется идти домой и готовиться. Пока-пока.